Так, я с улицы сразу в душ, там такая духотень просто. Вот. И распаковочка. Порошок у меня вот такой вот детский, 4 килограмма, 240 рублей. 244 будут очки. Вот, тоже брала его уже. В общем, прекрасный порошочек. Прислали прям в коробочке, молодцы, очень удобно. Чернослив. Опа! Очень давно искала чернослив по нормальной цене, потому что в магазинах очень дорого. 212 рублей, тут килограмм. Смотрите, какой он хороший. Прямо его видно даже в упаковке. Я уже начала немножко его раскрывать. Значит, все как обычно. Опа! Застряли. Так, раскрыла. Вообще думала его компот варить будет. Без косточек, кстати. Ну, наверное, я буду есть прям так. Ну, да, хороший. И не очень жесткий, просто прекрасный. Вот. Но правда в комментариях пишут, что косточки где-то попадают периодически. Но знаете, за 212 рублей это не критично. Ну, все. Ну. А еще маслица у меня, но сейчас я расскажу эту историю отдельно.